блеск воды на дне колодца. Найду ли я его у себя дома, когда прибуду? Сегодня мой первый день на Гран-Канарии, впереди месяц. А это дом Колумба. Тут в этих стенах 500-летней давности когда-то жил великий мореплаватель. Вот один из его кораблей. А это вход в подземелье. Посмотрим, что там. Довольно глубоко. И музыка звучит. Ух ты. Что-то шаманское. Ух ты, это индийские штуки. Класс. Точно. Это не туземные чудеса. Культуры, побежденные и убитые испанцами. Чавин. Однозначно Чавин. Культура. Америка. Америка. Чудеса индейцев. Мелкие демоны. Культура Толита. Эквадор. Период де Мизерона Региональ. Класс. Какие классные штучки. Их можно делать и продавать. Вот мир, который погиб от встречи с европейцами. Классная штука. Культура Хамакуакия, Эквадор. Вот они, те, кто погибли. Безнадежные навсегда. Священные символы ушедших цивилизаций. Культура Атаканов. Эквадор. Чавин. Да, вот что погибло. Встреча с этой цивилизацией Европы. Моя жена была оттуда. Что будет дальше, я не знаю. Хорошая музыка. Точный звук.